Я должен знать, как перевести на 180 градусов. Потому что тенкан — это перемещение на 180 градусов. Основной. И если это 90 градусов, то это тоже хорошо. Но для некоторых людей это вот это движение. Это не проблема. Это правильно. Но я потерял связь. Понимаете? Я не сосредоточен в принципе. Для некоторых людей захват вот такой. Но зачем я это делаю? Какая логика? Никакой. Когда я хватаю? Я пытаюсь смотреть как треугольник.